Я сразу скажу, я здесь детей трогать не буду. Твари! Чтобы у вас нахуй... Счастья вам, здоровья, твари! Мне так хорошо, блядь. Так приятно, блядь, держись. Да и простите, пожалуйста, я больше так не буду. Тихая, кроткая, любящая Мария проводила свои дни в молитве, занималась рукоделием и думала только о том, как угодить Господу. Большой. Ха, лайк, подписка, удар по пиписке. Гоу, давай. А охуйте не пососать, гоу, давай. Нет, я не покрасилась. Я просто чуточку посидела, пока готовила для вас новый видос. Я тоже чуточку посидела, блядь. Купите мне геймерское кресло, а то эта хуйня скрипит и скрипит. Меня пишут нахуй, мне на каждом стриме. Ты чё пердишь, ты чё пердишь? А я ничего, блядь, я не пержу, это все стул. Да ты охуела? Что такое, блядь? Я пожилой человек. Извините, пожалуйста, там Just a Dead Boy, видимо, вы с Dead немножечко поторопили. Все-таки пожилой. Заказал себе геймерское кресло. Пошел нахуй, я твою мать ебал. Просто, блядь, в ебучку тебе сейчас прилетит за это. Про лайки. Понимаете, вот как это было в старые добрые времена. Бля, я тоже хочу, у нее там этот котик нахуй плюшевый, я тоже хочу, блядь, мягких игрушек, дохуя, светильников, дохуя, чтобы вот сюда все себе заставить просто. За 15 тысяч хуяси ты мажор. Ну, дай бог тебе здоровья, не болей, удачи тебе с креслом, пусть геморрой у тебя никогда не будет, у меня скоро будет, судя по всему. Ходишь в лайки, видишь все эти потрясающие видео, комментарии, разошли это сообщение 10 друзьям, иначе твоя мама... Твоя мама! А ну-ка, Ротиков, Ротиков, про мою маму ничего нельзя, сам заработал. Кстати, что-то... Нихера, ты крутой, что такое? Защемит седалищный нерв. Или там, знаете, высунь язык, почеши голову, блин, засунь обратно. Да, хорошая девочка, такая смешная, первый раз увижу, такая хорошенькая, мне нравится. Иди нахуй. Кусай захуй. А как тебе, блядь, такое? Чё-чё-чё, иди нахуй, кусай захуй. Сигма, вот и все, бля, вот и все, нахуй. Вот и все, блядь, да выебывался. Поплачь, да, пизда. Что чувствуешь? К сожалению, все эти комментарии куда-то пропали. И вместо них я начала находить вакансии на работу в лайке. На хедхантере просто, блядь. Ищу разработчика джуниора. Детей от 9 до 13 лет. Причем, знаете, с таким очень обширным разбросом по заработной плате, там от 100 до 600 рублей в день можно заработать. А где-то вообще там до 3000 в день предлагают, дорогие ребята. Времена такие тяжелые, сложные. Бля, кстати, что, кстати? Иди нахуй, опять, я надеюсь. Решила, что я иди сегодня... Иди в пизду, я надеюсь. Дня. Устроюсь на работу. На все вакансии, которые я сегодня нашла в лайке. Мы будем с вами вскрывать всех этих монстриков и разбираться, что это за такое у нас новое. Стань, накрути себе зрилов, тебя не видят. Я не хочу. Я не хочу. Нахуй оно мне надо? Я не хочу. Вот я и так грущу бы. Из-за того, что ты низковатый на твичах, мне похуй. Я не для вас это делаю, для себя. Просто так совпал. Ты же как-то, блядь, появился? Кто-то тебя нахуй на свет родил, блядь, высрал тебя кто-то на мой канал. Вот мне хватает. Мне... Если тут сейчас будет много-много бегать, я буду просто чат читать, потому что я люблю пиздеть, а не ролики смотреть. Вот я головку отхвоя. Попался, блядь, дурачок. Блядь, все, нахуй. Ты ж кем, блядь? Поймала как дешевку. Венький спам в лайке появился. А мне в этом помогут мои носки с грибами. Кстати, зацените мои носки, пожалуйста. Смотрите, смотрите, блядь, меховые. Так, фотофетишисты, отошли от экрана. Носки с сердечками, они такие махровые, пушистые, блядь, шерстяные. Очень мягенькие, очень приятные. Я люблю иногда посмотреть не за твича. А это что получается? Когда я стану популярненькой, ты уйдешь с каким-то, блядь, низам? Покешь пятку. Бля, как ты можешь меня нахуй просить о такой несуразице? Просто как ты можешь просить меня о таком непотребстве? Как тебе не стыдно, блядь? Как тебе нахуй не стыдно, блядь? Спасибо за внимание! Я потом вот этот кардиганчик разыграю среди вас, и один из моих подписчиков его получит и сможет тоже носить, так что... Спасибо, спасибо, что посмеялся, мне приятно. Бля, это ложь на мой телеграм-канал. Вот, блядь, ты нахуй! Спасибо за подписку, дайте бог здоровья, маме твоей дай бог здоровья, брату, тя, дяде, собаке, всем дай бог здоровья, кошки. Это, кстати, ложь, подписывайтесь на мой телеграм-канал, а не на ее. На ее тоже можете, она смешная, мне она нравится, хорошая девочка. Мой телеграм. Возможно, мы ее чаще будем смотреть на твичах. Канал, я там потом все расскажу очень подробно. Сука, я хочу эти ботинки, рты все закрыли, я мечтаю об этих ботинках. Я
решила не изменять своим традициям и привести это как... Ну что, ну, баранки гну! Я подписываюсь на телеграм-каналы. Ну и дайте бог здоровья. Примент Максим. А, или ты сейчас напишешь, я подписываюсь на телеграм-каналы, которые, блядь, работают, где титьки показывают. Бля, я такого непотребства никогда в жизни нахуй не видела и не делаю, бля, вы с ума сошли, блядь, так нельзя вообще делать, это, бля, какое-то неуважение ни к себе, ни к женщинам, ни к аудитории, вы сейчас с ума сошли. Мально на себе, в общем, я опять стала маленькой девочкой. Я приняла за... Уважаемый Твич, это не сиськи, это два глаза, улыбочка и брови, пожалуйста, не баньте меня, очень прошу. Понять аккаунт новенькой информации, и тут я обнаружила... Блядь, а с другой стороны, блядь, уважаемый Твич, если ты мне хоть одну предъяву, блядь, за этот рисунок предъявишь, ты охуел? Я захожу на Твич, блядь, 17 тысяч женщин голые рисуют на себе, жопы в камеру, просто слэш пикап зарядка, иди ты нахуй, дура, блядь, ебанусь, а сейчас Твича не появляйся тут никогда, кто тебя... Мне кажется, нахуй я из этих женщин, блядь, когда-нибудь стану мизогиничкой. Я так не могу, блядь, просто с этих дур все съебись, блядь, всех забанить, всех. Я говорю, если я приду ко власти, блядь, я буду диктатором-тираном, я всех забаню, мне похуй, блядь. Твари. Ужила, что в моем аккаунте власти 36 тысяч подписчиков. Охуеть. 36. И очень многим показалось классной идеей задианонить меня в комментариях. За что вы так со мной? Вы нам, детективам, усложняете жизнь. Ну ничего, ладно, в общем, не страшно. Дианон, мне, кстати, деле, осуждаю. Я поэтому решила завести новый аккаунт в лайки. На этот раз я работаю под прикрытием миссис Кошка. Фотки и видео тут уже на самом деле не так важны, но для аутентичности я все-таки сделала, конечно же, фоточку. У меня, кстати, такая же, вон там висят листики, приятно, знаешь. И решила загрузить видео своего самого первого и единственного ASMR, которое я снимала года на ASMR у нас уже есть обзор, он на ютубе, можете чекнуть. В общем, делаем аккаунт маленькой девочки, которой там 13 лет, она очень... Я сразу скажу, я здесь детей трогать не буду, я вообще детей не трогаю, никогда не оскорбляю их, и тут тоже не буду трогать детей. Любит ASMR, и идем устраиваться на работу. Свою расследование. Ай, какой котик смешно хороший, мне нравится. Я решила начать с чего-то простого и вбила слово фриланс в поисковике в лайк. Ну, чтобы посмотреть, какие дети там... Дети не знают таких слов, вы что, с ума? Загуглишь кибиди-туалет, я тебе... Самые клянусь. Горячие вакансии нам лайки предлагают, аккаунтов и вид... Какой твой любимый кибиди-туалет? Спасибо за внимание, не зря же я эту хуйню вставляла. Видео оказалось очень много, я долго не искала, кликнула на самый первый аккаунт фрилансера Анюты, что вы думаете? Охуеть. Видео, когда... Это моя одногруппница, я уверена. ...стала фрилансером. Яблоки, охуели, богачка. Apple. Бля, я хочу теперь нахуй фастфуд, вы чё охуели, блядь, мне нельзя, блядь, я и так. Да мне похуй, купите мне чипсики. А, то есть Анюта нас зазывает становиться фрилансером чтобы тем, хавать, что мы сможем, ну, себе, да, позволять, да, чипсы, да, сухарики, да, шоколад. Все, что нужно 13-летнему ребенку и все, что нужно мне. Вот я и 13-летние дети для педофилов одна аудитория, я клянусь. В GTRP, естественно, в роли плейки. В жизни ничего я не поддерживаю. Кем? И подписку на Netflix? I'm in. Все. В России запрещен, осуждаю. Ребята, я в деле. Вот или он не запрещен, а сам ушел? Я уже хуй знаю, блядь, с этими правилами. Можете все нахуй пойти, блядь. Все. Спасибо за внимание. Может, тебе 13 лет просто? Я уверена, блядь, у меня какая-то, блядь, задержка, нахуй, блядь. Ну, не сильная, блядь, потому что я дура, блядь. Ну, я правда дура, блядь, инфантильная. Ну, раньше я, когда заходила на HeadHunter, там мне какие-то деньги предлагали. Ну, тут бы сразу сказали, что зарплата там 20 яиц киндер-сюрприз. Ну, сразу же было бы понятно, что денег много дают. Чего тут на Манюту еще предлагают? Суши ты себе заказать сможешь. Дайте я девочке лайк поставлю, нужно поддерживать коллег. Нихуя себе коллег, блядь, меня пусть поддержит, что охуела, блядь, я на нее тут обзор делала, она мне слова доброго не сказала. Ванну наполнить, купить шоколадки, работы мечты, плюсы фриланса. Можно купить все, что хочешь. Перестаешь зависеть от родителей. Можно купить много еды. Знаете, блин, ой, я помню. Ой, отстаньте от меня. Ребят, я, конечно, не против еды. Есть очень круто, но... Когда... Есть очень круто. Есть не очень круто, есть очень круто. Ты, блядь, пожалуйста, больше уважения к еде. Я попрошу. Сука, багет черный с чесноком, пятерочка, и я просто вот так.
Вы меня извините, я готова на все. А ты видишь кучу аккаунтов, которые рекламируют то, что ты сможешь начать кушать? Даже как-то грустно становится, знаете. Можешь, сидя на диване, зарабатывать. Осуждаю? Может быть, возможно, за издевку. Не знаю. Блять, опасно. Осуждаю. На всякий случай, девочка глупенькая, не шарит. Какой багет? Черный багет с чесноком. Бай-бай-бай. Мне нравится больше, который белый. Съебался. Просто где у меня? На ногу. Гори, блядь, в пепельном огне. Тебя тут не ждут, блядь, больше. Черный багет вкуснее белого. Я все сказала. И он тоже с чесноком и маслом. И покупать, класс. Ладно, знаешь что? Я тебя прощаю. Я подумала, все-таки чеснок хорошо. Чеснок хорошо. Даже если хлеб белый, не так уж это и плохо. Я в свое время тоже ела и любила. Но черный багет с чесноком... Ах, просто! Я в восторге! Ой, блядь, я его завтра пойду и схаваю. И мне похуй, что у меня больше нет денег. Я последние 50 рублей на него потрачу. Мне похуй, не обязана. Спасибо, классно. Бля, мне еще до тайного Санту что-то. Да все, идите нахуй, блядь, я ваш рот всех трахаю. Работа. А что тебе это надо, а? Ну, я нашла аккаунты посерьезнее, на фоне которых предложение вкусно покушать. У меня бонусы пятерочки есть, чё ж я дура такая? Все! Завтра на халяву похаваю. Оно уже меркнет. В них нам уже предлагают зарабатывать от 1500 рублей в день. И заработать себе на айфон, наушники. Я бы только ими питалась. Я клянусь, когда я была в 11 классе, после школы возвращалась домой, я каждый день покупала себе багет чесночно-черный и в кофексе 0,3 латте с соленой карамелью. Каждый день. Каждый день, блядь. И все, и не обедала, не ужинала. Только завтракала, блядь, черным хлебом с сыром. И обедала, блядь, багетом и кофе. И все. И все. И все. Я была счастлива. И я была влюбленная, я была счастлива. Ну, влюбленная в кого? Мне, извините, в Кокёйна из Джоджи, но это тоже экспириенс. Но это было важно для меня. Чисто его курицу из Zero Sugar! Кола Zero намного вкуснее не Zero. Я в плане, кола Pepsi одно и то же для меня, сори. Не Zero, такая хуйня на зубах скрипит, зубы желтые, неприятные. А Zero так приятно, она такая свеженькая, освежающая. А у нас кофекса нет в городе, кстати. Ну, хуя ты лох. Ну как он есть, но на улице Вайнера. Вайны, бро, это которые ролики смешные раньше были. Бля, жалко, соцсеть умерла, да? Но там сейчас ТикТок, все в порядке. В принципе, некоторые вайны перезаливают в ТикТок. Ники, MacBook, ну и киндеры сам. Или Вайн, типа, Heather's going to Vine, 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 all, ra- что-то all night. You don't deserve to live, why don't? Не-не, вот эта хуйня The Heather's Musical очень люблю. Вот The Heather... это вообще, знаете, бесплатно к любой вакансии по фрилансу идет. Так, то есть, если я на эту работу... Откуда ты? Это, блядь, в ЕКБ. А, сам ответил, молодец. Устроюсь и буду зарабатывать 1500 рублей в день. Айфон стоит 100 тысяч рублей. Это, получается, мне надо будет работать 66,667 тысячных дня. Сатана там был только что, слушай, я не поддерживаю. Это все, блядь, дьявольщина, вот это... Вот эти ваши лайки, тиктоки, это все игрушка дьявола. 193 дня. Класс, устраиваемся. Также я на следующей неделе. Ой, тут и она и планшет себе купила. Милки, Зара, кроссовки, Victoria's Secret, духи. Ой, сколько шоколада. Я, кстати, хочу духи, блять. У меня не один раз в жизни были... как это называется, в Евген с собой ванильные, неплохие, но они вообще не стойкие, сразу вылетучиваются. Я хочу какие-нибудь стойкие духи, либо, блядь, с карамелью, запахом соленой карамели, либо с ванилью. Мне так нравится, я один раз на женщине такие вкусные духи учуяла со вкусом соленой карамели, я в эти духи влюбилась, я очень хочу. Блин, надо было спросить, я была тогда стойкие, настойка, я, наверное, хуй знает. Я не знаю, что ты имеешь в виду, хочу стойкие, блядь, я не знаю. Но чтобы они не выветрились, блядь, спустя 10 минут, как масло бубльгум возьми. Сука, бубльгум хуйня, и в сиропах, и в запахах химоза вонючая, не разговаривайте со мной, если у вас изо рта пахнет бубльгумом. Если мятной жвачкой можно, а если жвачка со вкусом бубльгум, вы тварь, я вас не уважаю как человека. Ой, сколько ты всего купила, это сколько же надо в день зарабатывать было, ну это вообще, какая умница. Так, подожди, это как следующая неделя? 190 дней, это получается 27-я неделя. А ну, меня 3 дня вот этим пахло, так может мыться надо было, блять? Как я тебя там назвала? Трупик, блять. Хоть раз помойся, может, перестанешь пахнуть. За это время успеет 27 лет стукнуть. Что за развод, я не понял. А это я сижу довольна и считаю, какую сумму вывела со фриланса за неделю. Там тысячи, или там тысячи, а, тысячи, ребят. Бля, так неприятно было. Вчера в метро в университет ехала, такая, опа, 2000 на полу, сюда, донатик. А там, блять, банк приколов.
Так обидно было! Я еще думала, там рядом женщина стояла, я думала, это у нее выпало, я хотела ей дать, говорю, у вас выпало, блядь. А это, блядь, банк приколы, твари, чтоб у вас нахуй... Счастья вам, здоровья, твари! Брат, там ничего не 1500 в день, я вам гарантирую. Там будто тысяч, знаете, это по 5 уже минимум. Не, ну, ребят, раз девочка нам столько обещает за неделю, то я, ну, как бы ей, конечно, да, же, и напишу. Благо, она обучает своему прибыльному делу. Хотя, конечно, странно, зачем ей своими секретами делиться? Ну, не спрашиваем. Телеграм она оставила в описании. Привет, а это у тебя можно научиться фрилансу? Привет, да. А как научиться ему? Мне очень срочно нужны деньги. Обучение стоит 30 рублей. Имеешь карту? Да, я хочу купить себе игуану, а то мама не разрешает. Тогда сейчас расскажу все. О, мой парфюм подешевел. Какой? Нихуй! Да пошел ты нахуй, бля! Я с богачами не вообще... Нет, подождите, у меня в университете все богачи. Я совсем... Идите нахуй, короче, твари. Нихера, скидос неплохой. Ну, короче, я ваш рот ебал, кого интересно. О, ну, для начала 30 рублей, это даже как-то очень по-человечески. При заработной плате от 1500 в день. Ну, зачем им это? Ну, от этого еще интереснее стало. Нахуй ты мне название своих духов написал, блядь. Вот такими брызгами. Ну хорошо, блядь, брызга, я тебя не буду отговаривать. Я не разбираюсь в духах, ты меня sorry. Мои любимые духи в детстве были, это с Pop Pixie. Они были с запахом винограда. Вот они были фантастика. Я их тоже ищу, не могу найти. Становится, сейчас узнаем. Привет, сейчас все расскажу. На самом деле все очень просто. Выставляешь объявление в любую соцсеть, что ты обучаешь фрилансу. Тебе будут писать люди по типу «обучи фрилансу». Ты пишешь свою сумму, сколько ты хочешь. Эй, наебала, блядь, тебя учат, как наебать. Бля, моя-то хорошая. Пахнет, короче, апельсином и санталом. Да я по названию поняла, Orange X Santal. Я поняла, что это не пэринг название, а запах, аромат. Нет, только дорого сильно, не делать цену. И потом пишешь, что надо просто писать так же, как и ты, и распространять информацию. Эта информация давно популярна. Удачи! Я прочитала 5 простых предложений, и все. Теперь я официально могу сказать то, что я фрилансер. Пора бы уже, знаете, бизнес-джорнал вести. Бухгалтера надо нанять. Вот, учет доходов тоже нужен какой-то это. Ну, можно сайт Forbes тоже можно будет написать. И ты выкладываешь любую соцсеть. О, нельзя голоса детей нахуй звучать. Не надо на моем стриме такого. Информацию о том, что ты обучаешь фрилансу. Она же это текстом только что написала. Вот можешь брать, как я, по 30 рублей. И тогда у тебя, если будет 10 клиентов, то у тебя будет... Блин, я забыла, на какой серии остановилась. Так хочу досмотреть. 300 рублей в день. 300 рублей! Обещали 1500! Уже настоящая фрилансерша. А почему деньги вернуть нельзя? Ну надо же было в оферте предупредить, что это вот такие правила. Хитрюшки. На всякий случай я решила проверить все эти предложения. Может, там кто-то получше мне что объяснить, научит. И я нашла девочку, у которой этот курс стоил уже 35 рублей. Привет, я по поводу... Бля, это мне очень смешно, с этим мужиком друг. Очень мне нравится. Фриланса. Ой, привет, ты очень вовремя. Мне срочно нужны деньги, я хочу купить муравьиную ферму. А то мама запретила, говорит, весь дом будет в муравьях. А мне очень хочется. Дети не пишут запятыми, она, блядь, так никого не обманет. Скажу тебе так, что этот способ не очень работает. Ну, а день можно 200-100 рублей где-то заработать. Но говорю, как заработать после оплаты. Ого, а как так не работает? А почему? Вот после оплаты, если что, все расскажу подробнее. Не обман, поверь, мне уже много раз писали, я не какой-то там мошенник. Я тоже не мошенник, у меня донаты бесплатные. Этого ничего не заработаю. Может, это обман? Ну нет, она же говорит, что не мошенник. Ладно, чё уж я придумываю себе в голове всякое. 50 рублей только как-то очень дорого. Сейчас, извините, пожалуйста, я хочу молотком постучать. Ну, вы меня извините, бля, я женщина. Спасибо. Мне так хорошо, блядь. Так приятно, блядь, держись. Сама иди нахуй, кусай за хуй. Как тебе такое? Как тебе такое? Как тебе такое? Я у нее скидочку попросила, а то кто его знает, может, я вообще ничего не заработаю с этого. Получается, ты, как я, можешь создать аккаунт любой соцсети, мя, например, в Лайке. Создай акк в Лайке про фриланс и снимай там про фриланс. Если тебе будут писать люди, что хотят обучиться фрилансу, то ты можешь поставить цену такую, которую ты захочешь. Например, я 50 рублей ставлю. Но когда они тебе напишут, ты напиши, что ты скажешь обучение после оплаты. Скидываешь свой номер карты, да человек просто, тебе перекидывает деньги, и ты ему да говоришь все про этот же способ. Я желаю уверен, удачи. Меня бы тоже так. О, ребята, у меня только что в голове родился курс. Как начать зарабатывать в 11-13 лет? Садитесь, записывайте. Для начала заходите в комнату своей мамы, а лучше папы, денежку. И говорите мне, ей. Мне, кстати, в детстве было очень стыдно просить деньги, и я...
Ну, и не воровала, но сухарики-то хотелось, и поэтому, типа, в ключах у нас все время мелочь была, и там дохуя мелочи, но мне было стыдно брать дохуя, я раз в неделю брала 10 рублей, и у нас такой пир был, бля, вы мне извините, на 10 рублей в Ашане, у нас, а нет, у нас не Ашан, у нас был Атак, Атак, каждый день сухарики 5 рублей, мы брали 2 пачки, они стоили 5,50, поэтому мы двумя разными чеками, потому что 5,50 наличка округляется до 5 рублей, а если 2 пачки, то 11 рублей, ну и вот такая у нас афера была, да, мы хулиганки были, либо, когда я особо была прям богатая, мороженое за 7, и, типа, если у меня еще было... Сколько-то денег? За 7 рублей тархун. И это просто гоп-гоп-гоп-гоп. Очень вкусно, очень приятно. Мама, а давай за каждую пятерку ты мне будешь платить по 50 рублей. И так вы сможете зарабатывать. Ага, и так вас нахуй с дома выгонят. Вот у меня, блядь, у младшего брата такая хуйня, блядь. Давай мы тебе будем платить за домашнее задание. Вы мне извините, блядь, меня за 4 ругали. А тут, блядь, такая ситуация. А тут хоть до конца жизни, я себе так на iPhone заработала. Только пришлось, конечно, еще у мамы 5000 украсть. Способ точно действует. Не поддерживаю. Все, на этом курс закончен. С вас 300 рублей. Не, ну если 300 рублей у вас нет, можете оплатить лайками, подписками на канал. Прошел какой-то на время. На мой, естественно, вы же у меня это смотрите. Вы же, блядь, у меня об этом услышали. Значит, на моем канале лайк, подписка. Я решила, что я уже большая. Ха, лайк, подписка, удар по подписке. Такая смешная. Девочка, поэтому все вот эти ваши фрилансы за 5 рублей, ну это уже как-то несерьезно, дорогие мои. Поэтому я листала комментарии и лайки до сих пор, пока я не нашла того самого настоящего прошаренного конфуция, гуру всего этого мира. В комментариях к одному видео из лайки я увидела Лерочку. Знакомьтесь, это самая клиентообразованная бизнес-вумен на всей платформе. Родители дают деньги, но мало, и тебе хочется больше? Тебе ко мне. Что нужно? Желание работать, зарплата 1000 плюс очень рублей смешно, в день. Пиши. Это меня. Очень смешно. Я не знаю, почему мне так смешно, блядь, когда дети пытаются заработать. Ой, конечно, очень умело. Родители мне уже года 4 денег не дают, но мне точно хочется больше. Аккаунт у нее очень активный и с прекрасными просмотрами. Работа для 13-18... Так, нахуй, на 5... То, что у тебя 1 000 000 просмотров, не значит, что 500 просмотров. Это мало, блядь. Что за буллинг начался? Мне сейчас за 300 тоже, блядь, забулишь? Моя-то сладкая. Не надо, нахуй. Не... Зазветился кто-то. Зазвездился кто-то. 15 лет. Выгуливать собаку. Стриптиз. Закапывать закладки. Не, ну что с выгулом собак? Осуждаю! Чё, блядь? Какой гулять с собакой? С ума сошла, девчонка. Как она явно переборщила. А вдруг собака большая? Она ж как утащит на другой конец поля. И как её ловить потом? Не знаю. Уже на этом моменте нам... Осуждаю. Уже как-то окончательно заинтриговала. Пишем. Давай для начала познакомимся. Давай! Леонардо да Винчик, мой аккаунт. Меня зовут Лера. А тебя? Я Аля. Будем дружить. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет и есть ли инст? Ага, а она не сказала, будем дружить в ответ. Вот сразу понятно, блядь, сука меркантильная. Только бабки моей нужны, а моя мне дружба 13. Это сралась. Не слишком рано. Инстаграм есть у сестры. Так, удобно ГСЦ послушать? Что это там за прогрев на одну минуту? Так, смотри, сразу скажу, что вход в проект не бесплатный. Надеюсь, сейчас до тебя донесу ценность самого проекта. Ребят, а у кого есть TikTok House? Пустите меня в TikTok House. Я могу эстетику с Дольче Милком снимать. Вот что-то, блядь, так захотелось. Вот это вся Дольче Милк. Вот была эта девочка, очень смешная, мне очень нравилась. Ценность самого проекта? Ребята, это точно какие-то выходцы из бизнес-школы. Я продаю вход в проект Лоникс, в него входит 5 каналов. Это обучение, материалы, скрины, общение и пиар. И за это время смогла выйти на стабильный доход. Ну, это так-то нихуя мое, она тут перечисляет. Девочка-то бизнесменка, бизнесвумен. Ой, сейчас, я буду секунду. Ой. Так, секунду, Лерочке надо сделать. Настолько неинтересно о своем заработке рассказывать, моя ты дорогая. Ну, я тебя понимаю. Да, ничего, не переживай. Я в своих видео, знаешь, это и не такое дело. Да вообще, не мне выебываться, я рогаю, пержу, зеваю, чихаю. Тут у нас домашний контент. Я вчера в пижаме вообще стримила, просто, блядь, ну, Twitch не работал, сами знаете. Hello. Ты чего спрашивала? Блядь, это я, ты, ребят, кто рыгнул в чате, что, охуели? В нашем проекте можно быть 11 лет, ты, получается, подходишь. 11 лет, наверное, потому что это счастливое число, и оно приносит удачу в бизнесе. Ты чего спрашивала, есть инстаграм или нет? Просто в нашем проекте... Ой, господи, в нашем проекте все, у меня уже голова не работает. Ой, не переживай, у меня тоже голова не особо работает. Ничего не понимаю. Просто в инстаграм я выкладываю отзывы ребят. Куда? Куда?
Я не зашла. Осуждаю запрещенную в России соцсеть вообще-то. У своих учеников. Также свой доход и достижения. У тебя есть места. Я тебе сейчас скину, никто тебя посмотрит. Почему она один, блядь, забанила, а второй нет? Что такое? Ну? Хорошо, поняла. Ну ничего, устала, наверное, после работы. А сколько стоит? И как много ты зарабатываешь? Отзывы и доходы я все равно так, знаете, решила. Блядь, так я разозлилась на тебя, блядь. Этот, блядь, не смертник. Как тебя? Трупик, блядь. Накрути себя подписчиков, а то тебя не видят. Да пошел ты нахуй. Просто, блядь, до сих пор мне зло обидно, блядь. Да пошел ты нахуй. Да пошел ты нахуй, блядь. Да пошел ты нахуй. Да пошел ты нахуй. Да пошел ты нахуй. Да пошел ты нахуй. Так обидел меня, блядь. Кой нахуй? Так хоть и себе по... Ян, и вообще-то, блядь, ты находишься на низах твича себя, блядь. Никто не видит, блядь. Я, блядь, а вот блядь, бой нахуй. Бой заняли, я вы написала. Тварь, мам твоя, понял, блядь, не надо про меня гигантское. Просто, а как ты ещё, блядь, не чтоб я себе накручивала, а чтоб ты мне друзьям показала, блядь, чтоб у меня не боты, блядь, сидели, которым посмеяться не мог, блядь, слово доброго написал, а ты с друзьями. Может, даже хуесосить меня с друзьями, я вас всех забаню, блядь, мне не жалко, на всех хватит, тварь. Так, это что, оскорбление стримера? Блядь, попался, блядь, развели, как дешевку. Зачем моим друзьям тебя видят? Они все пожилые люди. В смысле нахуй? Зачем моим друзьям тебя видят? А, чтобы инфаркт? А! Бля, подождите. Я села на наушники, и они отключились. Я сейчас, нахуй, если все сломается, ничего не услышу. Подождите. А вы тем более, звук-то из наушников идет. А вдруг сейчас нахуй слетят драйвера с наушников, и мне придется все заново настраивать. Ну-ка, сейчас включу ролик, скажите, пожалуйста, будет ли громко? Спасибо, проверить все-таки это в инстаграме. Скажем так, отрабатывает она свой джоб на все 100. Отзывов куча. Я не понимаю, почему она такая тихая стала? Ну-ка, блядь, ну-ка нахуй. За месяц ведь прогресс ее дохода виден. Так? Даже вон айфон себе купила. И у вас написано. В ОБСе, я смотрю, в ОБСе нормально, блядь. А у меня наушники тихие стали. Тиков дофига набрала. Ну и конечно же, меня прогрели по полной программе. Иди нахуй. Проект сейчас со скидками вместо 500 рублей будет стоить 300. Вот этим уходит сам код и также мой кураторство. И скидочку пообещали. И личное кураторство. И обучение, конечно же. Ну, конечно, как бы я уже потом поняла, что эта скидочка у них вечная. И заплатила я, по сути, сам. Самую высокую сумму. Кому заплатишь за такой сервис, а? К тому же оказалось, что она зарабатывает 500 рублей. Сейчас скажу. Ну вот, за прошлый месяц, я просто не смотрела, я заработала 26 тысяч. 26? Нихуя себе! Работяги на заводе столько получают. Тысяч. На всякий случай я все-таки решила уточнить, что это за лоникс такой. Ну, чтоб точно не скам был какой-то. Смотри, сейчас расскажу тебе твой план. Ты, получается, приобретаешь вход в проект. После этого там ознакомливаешься со всем. Если у тебя возникают вопросы, ты задаешь их мне, я тебе помогаю. Ой, что-то я зеваю. Да вот хватит нахуй. Расскажи мне, интересно, как 26 тысяч заработать. Это бы ее тысячный клиент за день. Ну и после оплаты она мне скинула ссылки на 5 чатов. Ну я пошла разбираться, что это за обучение такое. Фриланс. Это сфера перепродаж. Раскрутки чатов. Работа для подростков. Работа со свободным графиком. Работа на себя. Главное иметь желание и стремление. Можно совмещать с учебой и работой. Не, ну по такому определению... А что мне по факту не... Ладно, что я, блядь, с 13 лет спрашиваю? Вы мне извините, я дура. Ну фриланса любая работа в Даркнете, она как бы тоже осуждаю, потому что люди там работают на себя и работают через интернет. Мы с вами серьезные люди. Все-таки работа под названием фриланс не существует. В этом термине всегда заложена какая-то профессия, которую человек получил. А слово фриланс... Ну да, оно просто дает понять, что человек там работает из дома, и он имеет там несколько клиентов или заказчиков. Там, например, репетиторы могут быть. Бля, ну все, господи, что началось нахуй? Я что, Википедию открыл, что такое фриланс? Еще более охотно. У меня для вас есть промокод RICH1. Еще ни одной рекламы, блядь, в моей жизни не будет нахуй. По крайней мере, не ту, за которую мне не заплатили. Там информация была. Когда-нибудь я ее пойму. В общем, я так немножечко полистала обучение, и по сути, там дается вся та же информация, что мне рассказывали все вот эти маленькие фриланс.
фрилансерши. Просто тут она дается более развернуто. А оказалось, что помимо частников существуют прям проекты. И вход в них стоит далеко не 30 рублей. И вот этот чат, в который я попала, в нем состоит более 1500 людей. Дети, вас так легко наебать. Ой, меня тоже, я так велась на эту хуйню в свое время. Короче, но это если вы еще не поняли, какая тут действует схема, то есть они продают доступ в чаты. Я так люблю этот мем. И другие люди продают доступ в чаты. И они учат других людей продавать доступ в чаты. Я помню, блядь, Джорджи такой смешной мем с этим мужиком. Чтобы был. И те продавали доступ в этот чат. И чтобы... Ну все, ладно, мы поняли. Еще будет что-то новенькое? Потому что уже как с мокбанком, просто началось одно и то же, повторяют. Лучший. Но я очень сильно ошибалась. Привет, а ты правда обучаешь фрилансу? Привет, да, рассказать подробнее. А как научиться ему? Очень срочно нужны деньги. Ну, в общем, вот эта девочка мне скинула кучу всяких разных проектов. Я купила у нее два. Голденберри и еще там какой-то. И когда я ей скинула чек с оплатой, админам этого проекта не понравилось то, что я замазала имя. Я попыталась им объяснить, что им эта информация не нужна. Спизданула бы, что это мама. Имя она не разрешила полиции. Сторожилы главного скам... Ой, простите, господи, фриланса. Заставили прислать скрин с именем. Ну, зарабатывать мне очень хотелось, поэтому я все-таки прислала скрины без замазывания. И получила в ответ все ссылки на чаты и порцию буллинга. Предупреждение, замазка чеков. Надо было предупредить. Ребят. Это, блядь, экшен, аукшен, как по-русски. Ведь клиенту, что Caution. Замазывать нельзя. Переделать скажи и потом скинь заново. Хорошо. А кто он, она такая, что никто не должен знать, кто это? Ну, я, например, я обычный человек. Мне просто очень нравится рассказывать всем свое имя. В чем проблема? Да господи, прям всем интересно, какое у нее там имя. Ну тогда зачем вы спрашиваете? Что за бред вообще? У тебя, похож, звездный клиент. Завидую. Высылай все в чеки. Сейчас. Выслала, наконец-то. Теперь мы знаем имя. Когда планета взорвется? Это пишет та самая. Ты чё, иди нахуй. Не, я думала, её Март зовут, извините. Девочка, которая со мной так мило общалась в чате, но внезапно... Ну хоть бы, блядь, прежде чем в чат её пускать, удалили бы сообщение, ребят, я всё-таки... Это всё пропало. Да, я хочу в Роблокс, я никогда не играла, так захотелось после этого ролика. А я себе сделала. О, это же тот самый Марат. Он очень популярный, я его знаю. Да ну, ты что, его не знаешь? Стыд и позор. Блядь, знаете, дети, это уже какой-то повторяющийся паттерн. Сидеть и издеваться над клиентами у них на глазах. Ну, я и поинтересовалась, за что они так со мной. Почему вы онлайн-буллингом занимаетесь? Мне родители... Да, какой онлайн-буллинг? Вы меня извините. Кибербуллинг. А, Костик, привет! Костик, привет, блядь, спасибо. Дай бог тебе здоровья. На каждый мой стрим прибегает. Да, с опозданием, но мы все равно тебя любим, уважаем и ценим. Причем фамилию вон. Самое смешное уже было. Ты все пропустил, можешь чекнуть на моем YouTube-канале, когда я выложу эту запись еще раз. В интернете говорит для безопасности. Буллинг? Ну, троллите меня. Это пассивная агрессия. Же. Таких... Какая пассивная агрессия, они ее буквально, блядь, ааа, бля, хуя себе популярен. Фамилий много на земле. Я думала, фриланс это прогрессивный бизнес. Они это дети, они не знают таких слов, моя хорошая. Все, да, мы тебя теперь выследим и будем за тобой ходить. Осуждают, Дианон не поддерживает. Да? А кто его знает? Я вас не знаю никого. Вдруг вы вообще с камеры какие-то? Мамка. Ну, я не про ее женщину, я женщина хорошая. Да, конечно, девушка. 500 плюс людей, одни с камеры. Ну, 500 людей вы заскамили, а остальные это, наверное, админы их друзья. Лечись. Вот так, плати 350 рублей, а тебя потом... Ребят, я вас и бесплатно захуешь, блядь, сама себя, блядь, забулила. Сидите нахуй, я вообще не хочу. Все, блядь, заебали вы меня. Просто идите нахуй, блядь, чмошники. Взяли меня, оскорбили, блядь, всем чатом. Вам не стыдно? Да идите вы нахуй. Просто взяли меня, забулили, блядь, за то, что я оговорилась. И чё, что оговорилась, блядь. Да мне похуй. Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак. Сунул Грека руку в реку, рак за руку, Грека цап. Фу, блядь, кусай за хуй, I'm just a dead boy. С ног до головы обосрут. На этом моменте я уже начала сомневаться, стоит ли оставаться в проекте с такой-то атмосферой. Ну, на всякий случай решила... Хочу бутерброд!
Хочу бутерброд. Пошел нахуй, сам иди нахуй. Кусай захуй. Проверить, как у них тут все с заработками. Команда сейчас будут проходить отчеты за день. Плюс 1380, плюс 900, плюс 2900. Всем спасибо, отчет окончен. Почему так мало? Стрелки метнул, сам знаешь, чего соснул, бро. Перевод не получился, на тебя понос свалился. Участников. Ребят, отчет сделан. Ха-ха-ха, он опечатался, оговорился. Ха-ха-ха, булим его. Так, Костику, про Костика пока гадости не пишем, он у меня самый преданный пока. Для вас, почему участвуют только админы? Ну, вроде бы тут неплохо все с заработками. Ну, вон, админы зарабатывают очень хорошо. А обычные люди, которые купили этот проект у них, так ничего фу, и что, не получают. А, Костика, ну, в общем, все как-то совсем печально, знаете, везде. Какой-то кризис начался. Ну, в общем, по пока я пыталась суди. Построить... Не суди, да не суди бы будешь, да не суду, да дябуди, да буди, да будай, да буди, да будай, да пути, да будай. Карьера успешного премиального фрилансера в Лониксе начался. Переворот! Помните, я вам говорила, то, что админ там берет налоги Революция. И блокирует клиентов, которым прислала не те ссылки. Так вот, остальные админы не придумали ничего лучше, как рассказать все это в новостном канале про сплетни фриланса. Офигеть! Она не занимается, но это владелец. После того, как оплатили, она типа забивает, не отвечает, удаляет чаты. И большинство ребят в этом проекте не могут ничего заработать. Лерочка, как так? Еще 3 дня назад ты меня убеждала, что это лучший проект фриланса во всем мире фриланса. И еще она, короче, в соцсетях, у нее всегда такая манипуляция, она в обучении кидает ссылки, пишет: я не занимаюсь глупой перепродажей чатов, а перевожу тексты за деньги. При этом у нее есть свой проект, и круто, да, что владелец говорит такое. Сама создательница проекта в своих соцсетях говорит... Просто взяли дети, всех наебали, друг друга наебали, переебашили, сама себя система уничтожила. Вот поэтому, блядь, бизнес на афере строить — это хуйня собачья. Делайте честный бизнес, и как я. Просто, блядь, смейтесь на камеру, и все. Ри, что перепродажа чатов — это фигня и скам. Я фрилансер, я не перепродаю глупо и чаты, а просто перевожу тексты на английский. С переводчиком! Моя ты хорошая, блядь. Я на Аки... Ой, да пошел ты нахуй, блядь, я не уважаю. Вот это, блядь, скупка краденных аккаунтов, перепродажа их, это все хуйня какая-то, я это вообще не уважаю. С переводчиком. Это достаточно хороший доход. Ну, раз сама админша говорит, что это все скам, и переводы это тема, ну, значит, я пойду заниматься переводами. Благо, Манку весь лайки кишит этими... Кто мне, блядь, новую главу Безумного Азарта переведет? Кто мне, блядь, Джанкин Банк будет переводить? Вы охуели, блядь, глава не выходит месяц уже. Я только свои продаю старые. Я тебе не верю. Вакансия именно переводчика. Всем приветик, еще переводчика. Нужно переводить текст, можно с помощью переводчика. А тогда зачем нужен переводчик? Еще переводчика, работа дистанционная, цена зависит от размера текста. Еще переводчика, надо переводить текст за кэш. Можно с помощью переводчика. Это типа 2 переводчика уже, да, нужно? Нет, ну оплачивать так... как за 2 или за 1? Ну не верю, ну и не буду, блять. Ну и хорошо, что договорились. Мне-то что, я с деньгами? Я тебе не верю, блять. Я тебе без доказательств не поверю, сори. Если нужен переводчик, ну заходите в Google Translate, чё уж. Давайте у главных гуру узнаем, что они думают насчет переводов. Кто-нибудь знает, где искать клиентов для перевода текстов? Это фигня, перевод текстов. Неужели тут у нас что-то нечисто? Ну, я, конечно же, написала по одному из объявлений по поводу этой работы. Вам не громко? Это ты ищешь переводчика? Хочу переводить текст. Я тебе не верю. Я все сделала сама. Отпустила. Нет! Ты дурак, блядь, Костик, и я тебе не верю. Извините, блядь, позорище. Ты дурак, Костик, и я тебе не верю. Ты сон вчерашний, который мне пророчил слезы, я тебе не верю. Пожалуйста, блядь, Лекса, Лепса, нахуй, не забываем. Алекса, Лепса. Ну, я не знаю английский, это ничего страшного. Итак, я рада, что заинтересовала именно тебя. За маленькие тексты платят 200-450 рублей. За большие... Я просто сейчас свою домашку по английскому скинет и папки не скинет потом, я вам обещаю, так и будет. 500-780. Суть работы, нужно переводить и корректировать слова на некоторых местах. Там будет специальный сайт, где ты берешь заказы и потом переводишь тексты. Но есть второй вариант заработка. Так же, как и я, перепродавать ссылки. Я считаю, что это более выгодно, потому что дети, ты работаешь нахуй. Сам на себя. Дети, блядь, дети.
Ну так, подождите, а почему это более выгодно? Я что-то не поняла. А можно использовать только переводчик? Да, конечно. Переводишь как удобно. Ух ты, как легко. Давайте, расскажите. Только почему она сама тогда этим не занимается? Мне кажется, у всех есть скилл вбить текст в переводчике. Неужели не у всех есть доступ к Google Translate? Ну, конечно же, за такую ценную информацию я сразу же заплатила и пошла в группу учиться этой работе. Ого, тут аж 14 тысяч человек. Ребята, могли бы быть все в моем телеграм-канале. Вам что, жалко, что ли? И все мои конкуренты, все... Вот что я на этот счет думаю, тварь. Переводят тексты? А как я работу найду? Что-то какое-то слишком много людей уже в этой всей сфере. Всем привет, ребята. Я бы хотела рассказать вам про заработок. У нас есть два вида заработка. Так вот, начнем с первого. Суть состоит в том, что... Бля, пусть вот все эти 14 тысяч детей, нахуй, которые скинули 300 рублей наёбщикам, блядь, скинут 300 рублей мне. Я счастливее буду, чем наёбщики, я вам обещаю. Чтобы переводить сайты... Я вам спасибо скажу, а они вас заблокируют. Известных... Я за хуй сошу вас. Даже не за 300 рублей, даже за 30. Мне не жалко, мне для вас ничего. Я благотворительностью буквально тут занимаюсь. Все свои скиллы раздаю бесплатно. Я есть хочу. В интернет-продуктах. Давайте вы посмотрите. Слушай, а вы меня 2 секунды подождете, я бутерброд погрею. А у меня рыбу мама сделала. Бля, сейчас так вкусно поем. Видео, которое будет указано ниже. И внизу ссылка на 17-минутное видео. Я его посмотрела полностью. Ну, что? Если на 2х его смотреть, там как бы 16... Ну, 8 минут с половинкой. Да, особо не драматизируй, моя хорошая. Куда сказать? Сейчас. Я не знаю, замешан ли как-то в этой схеме мужчина, который снял это видео, но, в общем, какой-то дядечка очень подробно рассказывал. Курочка с пюре! Еба! Я хочу картофельное пюре так сильно! Просто иди нахуй, Костик, я тебя не уважаю, я тебе завидую. Зава показал, как он занимается переводом профессиональных бизнес-текстов на профессиональном сайте для предпринимателей. О, это я, Health Fitness, это я. Почему-то сайт шар. Для каких-то супер-мега-профессионалов бизнеса, где производители и профессионалы делятся своими новыми там разработками, ищут инвесторов. А еще там есть раздел с инфопродуктами, где бизнес-аналитики или другие очень умные дядечки и тетечки снимают свои курсы. Курсы про бизнес и все, что с ним связано. И этот мужчина рассказывает, как он связывается с создателями этих курсов и предлагает... Бля, какой мужик крутой, просто наебал 14 тысяч детей и продолжит наебывать дальше. Мой кумир, мне кажется. Переводить тексты на русский, чтобы больше аудитории можно было охватить и больше людей посмотрели их материалы. И он почему-то очень подробно рассказывает весь процесс, как там письмо составить, где имейл найти, как поздороваться, как пукнуть, как рыгать. My name is Иван, блядь, по-русски написал, да кому ты врёшь? Еще он рассказывает, сколько можно денег попросить, как эти деньги вывести. И про Google переводчик там тоже есть целый парт, где он как бы говорит, что чтобы сэкономить себе время, он кидает весь этот текст там на английском в переводчик, и потом уже как-то пытается его адекватно перевести. Так, ну так все делают, нет? Работать в заводе? Нет. Работать в фрилансе с камень детишек? Да. Я согласна. Костик, куда? Переводите деньги, я готова с камень детей. Нет, я не хочу. Я в шутку шучу, я так-то всех уважаю, всех люблю, я никогда в жизни никого не заскамлю, вы меня извините. Я беру слова обратно. Я хозяйка своего слова. Я дала слово. Я его нахуй обратно и заберу. Я беспринципная. На русский. В общем, на этом и строится весь курс. То есть предприниматели из лайки предполагают, что вы можете делать спасибо. То же самое. Я бы хотела скамить детей на шмотки в КС. Бля, ребят. Это... guys, somebody stole my child's favorite pet in Adopt Me on Roblox. I'm gonna find you and we are gonna to talk. Но это там женщина в ТикТоке смешная. Кто-то украл любимого питомца моей же девочки, блядь. Пацанка, какая пацанка? Я? Шоу, пацанки мои, не будем смотреть, оно грустно, я плакать начинаю. Там то наркоманы, то батя съебались из семьи, то насиловали в ГТРП, я такое не поддерживаю. Мамы, в 11 лет переводить бизнес-тексты с переводчика. Ребят, вы не поверите, но я когда-то в свое время, года 4 назад, перевела целую книгу на английский язык. Это была книга какого-то скульптора. После этого я поняла... там, конечно, блядь, переводить только картинки, ебать, перевела, моя это хорошая. Вот что переводчиков я никогда не буду. Ну нет, я поддерживаю такую, я переводить книжки это
круто. А мне похуй, у меня в Adobe инвентарь на 5к. А мне похуй, я в Roblox не играю, не знаю, что это значит. Что так получилось? То, что я 2 года учила... Я знаю, я просто зависть не хочу показывать. Бизнес английский в универе. А еще 2 года занималась всем этим бизнесом на английском языке. И я вам хочу сказать вот что. Я не очень понимаю, как человек без профессиональной подготовки и без профессиональных знаний должен переводить эти тексты. Я по-русски... Тебе же Рафика подарить, только если плюшевого. Мне ваши пиксели нахуй не всрались, сори. Я хочу либо туда поставить, блядь, либо спать с ним. Вообще, на самом деле, вот что я очень хочу, это дохуя разных светильников и просто вот здесь все обставить светильниками. Я очень хочу, честно. Тогда не очень понимаю, о чем речь, а тут вы просите с английского языка переводить. Не, ребят, наверное, просто я тупая, потому что мне этому всему пришлось учиться 4 года. Еще что самое смешное, то что вот все вот эти 14... Такая хорошая дело. Я не знаю, почему я никогда о ней не слышала. У нее и картинка приятная, и звук приятный, и мемы, и приколы, и информация хорошо живо подана, и... Как это? Просто новый контент, я о таком не слышала никогда. Ссылка на Озон, ети же, пасати же. Это мне нужно сейчас на Твитч зайти. Подождите, блядь. У меня же это новое же, блядь, новый браузер, нахуй. Яндекс, теперь, блядь, не поддерживается больше, блядь. Да-да-да, мама твоя, понял, блядь, что я могу сказать? Канал. Анал. Ха, блядь, рифмоплётка, хуйплётка. Мама твоя, понял? Как уха... Он вот так косенький. Он так... На батарейках? Чё, куда ему батарейки, блядь? Сколько он? 22 сантиметра? Это вот столько? Покажите мне. Ай, какие! Блядь, прыгушка. Так, все, я сейчас захочу и последние бабки потрачу. Мне так нельзя. Мне такое не показывайте, пожалуйста. 1000 человек, и все, по сути, делают одно и то же. Где и я? Пишут одним и тем же людям. Думаю, из видео вы поняли, что у нас есть официальный сайт со всеми продуктами. Вам стоит на него заглянуть. Вот ссылочка. Что ты вижу? Не знала то, что вам еще и принадлежит самый большой сайт Marketplace для предпринимателей США и Европы. Короче, ребята, я не знаю. Да мы не на простых людей. Обзор так посмотрим. А кто все эти люди, которые занимаются бизнес-переводами и общаются с предпринимателями? Ну, поэтому я пошла искать их в чаты. За перевод текстов кто-то зарабатывал? Нет, нет. Жиза. Дурака ответ. То есть там ни хрена не заработать? Да. Максимум есть, можно с перепродажи этих чатов заработать. Сущие копейки. Здесь реально... Дети, блядь! Блядь, других наебывают из ляцы, когда их наебают. Блять, дурачки такие, а вот такие, блядь, сидят, о, только сущие копейки можно заработать с перепродажей этих чатов ебанов, такие смешные. Реально работать, за сегодня 200, 2600, 1300, 1400. Это перевод или перепродажа? Перепродажа. Какие суммы большие на перепродаже. Не, ну подождите, может хоть кто-то на переводе заработал? Я, конечно, все понимаю, перепродажа чатов и все такое, но те люди, которые верят во все это, мы же их просто... Каким образом? Понимаю, ну, говорят, что девочка. Работа заключается в переводе текста, а на самом деле это просто перепродажа чатов. Мамин любовник, я тебя уважаю. Вот оно что. Ну там девочку так в чате звали, это не я придумала. Девочка, которая продавала мне этот курс по переводу, ну, сказала, что там еще и вторая работа есть по перепродаже чатов. И создательница, блядь, тоже, да, пишет, то, что можно продавать ссылки на все эти обучения по переводам. Ну, больнее что всего такое? Смотреть на то, рассказывай, как... Рассказывай, что такое? Не газлайтят всех тех людей, которые не смогли разобраться с переводами текстов и потребовали свои деньги обратно. Хочу также дополнить, ребята, я каждый день читаю все ваши сообщения, которые вы пишете в этих чатах. И знаете, большинство из них это о том, что весь этот проект хрень и обман. Вы вините всех. Нет, в том, ну что... по-хорошему сказали, скину информацию, как зарабатывать на переводе. Скинули неплохую такую-то инфу, и сайт, и как там письмо оформить, и то все 5-10. Так-то реально дети просто не хотят этим заниматься. То у вас не получается заработать. А что вы для этого сделали? Вот так, да, это не консалтинг, по факту, по-моему, девочка сказала, там же есть видеоурок так-то серьезный на 17 минут, мужик. Думаете, просто сидя засирая, обвиняя людей, у вас что-то получится? Бля, мне так нравится справа, бля, не так другого. Просто я тоже хочу его вставить. Вряд ли. Человек, который захотел здесь заработать, он сидел и читал это до того момента, пока не поймет. Ведь человек захотел это. Очень смешно. Короче, поставив заказ на 7 декабря, мне позвонили, сказали, заберите, типа, курьер ждет. Я отменил на 6 и заказал. Нет, мне 7 надо. И теперь эти суки перенесли на 8, а мне... Ага, блядь, Костика тоже дети наебали, Костика тоже дети. А сейчас тебе нахуй скинут, ребят, да мы стол не продаем, мы ссылочку на стол продаем. Сейчас тебе все будет за 10 тысяч. Блядь, Костик, нахуй. Во-первых, да, что за стол?
А во-вторых, а можно я повыёбываю? Вот можно я сейчас максимально неприятную хуйню сделаю? Пожалуйста, раз в жизни дайте мне поклянчить. Хули ты сидишь у меня, блядь, месяц на стримах 35 рублей мне не скинул. Все, я закончила, спасибо за внимание. Но мне просто брата, блядь, занят на покупаешь нахуй стул за 10 тысяч, пошел ты нахуй. Все, извините, пожалуйста, я больше не буду. Раз за стрим нужно. На совесть не давить. Простите, пожалуйста, я больше так не буду. Что за стол, скинь не ссылочку, а название. Игровой. Да пошел ты нахуй! Да пошел ты нахуй! Ебла. Не бывает легкого заработка, особенно в интернете. И я просто предупреждаю, что если будут какие-то... Мама ему купила, он не сам. Мама ему купила, блядь. Я знаю, там 13-летка сидит, выебывается. Не верьте ему. Не ссылочку, а название, чтоб я тоже погуглила. А то ссылки банятся. У меня тут Donation Alert стоит, модератор, он банит некоторые ссылки. Иди нахуй, кусай за хуй. И в негативном ключе, то за это будет давать бан. Без... Тогда я уважаю. Давайте, пожалуйста, похлопаем Костику за то, что он 14 лет накопил, блядь, 14 тысяч. Я без ропота, даже без... Ну, это правда, достойно уважения. Я в 14 лет козявки хавала, вы меня сори. Сейчас как тебя за хуй укушу, пипец. Это знаете, как называется? Она ассонанс, я помню, я вас обманула, ассонанс. Возможности вернуться. Бан! Ну, ленивые вы, короче, все поняли, да? Ну ладно, так, если серьезно. Бля, говорить... вверх не сходит, да пошел ты. Бля, я тоже хочу так. Бля, кугурт. Стакан трехгранный. Конечно, то что-то какие-то хитрые детишки пошли. Что-то там придумали какую-то фигню, смешали все в одну, там и финансовые пирамиды, и это сетевой маркетинг. Ой, кстати, это я. Получился какой-то пузырь, только без обязательств перед вкладчиками и без чаев с БАДами. Что-то меня все эти фрилансы и переводы так сильно подкосили, что я решила зайти в лайки в поисках чего-то нового. Ну, я увидела сливы. А кто из вас не любит сливы? Только не те, что растут у бабушки в огороде. Скорее те... Бля, у меня бабушки такие вкусные сливы были, больше никогда я таких вкусных слив не ела. То ищут очень странные люди в интернете. Нет, я не про себя. Клянусь, случайно листала лайки и увидела вот такое предложение. Кому показать девочку, которая трясет попой? Если что, дамаг. Пиши в ЛС. Жду отвеча. Осуждаю, во-первых. А во-вторых, чего? Быстро. Я в ТикТоке порно недавно видела, я охуела. Не то, что, типа, я видела уже до этого, типа, картинки с пенисами, арты. Это я разрешаю, это мне похуй. А там правда порно было, вот прям женщина на диване вот так сидела и вот так дела делала, на гармошке играла. Просто кошмар. Ну, я как бы, конечно, уточнила, что она тут за балаган такой устроила. А что за девочка трясет попу? И почему ты ее показываешь? А что я должна... Нет, что ты врешь, почему ты не показываешь? Показывать. Мне пишут в ЛС, я отправляю видео. А мне покажешь? Ну, на всякий случай, я как бы фотографию девочки попросила, чтобы, если что, ну, как бы ее предупредить, что такое происходит в интернете с ее фотками. Ну, как бы вот эта ссылка стоила одного лайка. И... Кошмар. Фу. И правда, с попой. Ну, вроде бы она и не против. Не знаю, почему это есть в лайке, но Jesus Christ с ними. А еще я наткнулась на слив Полины Хлеб. Кто я не это? Знаю, кто такая. Полина Хлеб, моя ты дорогая моя, это сладенькая. Полина Хлеб, но фотки какие-то за подписку присылают. За лайки на видео подписку. Скину. Готово, все лайкнуло. Так, все, это вам смотреть нельзя. Вот такие сливы. А что там словами расскажите? Я не знаю, что жопы тут тоже лайки. Снимали? Раз с работами не получилось, и поесть слив порно, тоже не получилось, охуеть. Я решила, реально что мне пора продают. Обратно в школу. Благо в лайке есть и такое. Школа я финансы? Нашла аж два варианта. Школа православия и школа попугаев. Я как... Блять, золото, может обзор на лайки хуярить? Как вам идея? По-моему, фантастика. Конечно, в первую очередь хотела попасть в школу попугаев. Ребята, у меня школа попугаев. Кто хочет, пиши, я в ЛС. Ой, ну... Я очень хочу, мне кажется. Я очень хочу школу попугаев. Нет, для чего надо было разобраться? Это школа для попугаев или это школа, как быть стать попугаем? Да. Ну... Лайк это хайп. Нет, лайк это символ понравился, а дизлайк символ не понравился. К сожалению, так и не ответили. Принимаю всех пород, кто хочет в школу попугаев. Пиши, я в ЛС и в ком. Не знаю, может в школе попугаев уже слишком быстро прошел набор, и они набрали весь класс, и у меня места не хватило. Я бы очень хотела, чтобы они создали еще один класс. Так что, пожалуйста... Ребят, меня тоже позовите в школу попугаев, пожалуйста. Давайте все напишем в школу попугаев, чтобы они все-таки... Хэштег.
собирать Митиянку Валерьянку. Пришлось писать в школу православия. Всех православных приглашаю в свою группу «Школа православия». Для этого и пишем мне... Меня, кстати, блядь, одногруппник обиделся, потому что он был верующий, а я про Иисуса пошутила, блядь, он обиделся. Больше не общается со мной, это который Альфа-Визард, если вы его знаете. Ой, хороший какой, скучаю. Имя, возраст, крещенная или крещенный? А если не крещенная? Меня зовут Алина, мне 13, крещенная. Что у тебя за школа? Школа православия. Школа. Так, а где эта школа? Как попасть? Секунду. Так, мне прислали ссылочку, где я буду получать домашку. Ой, что за домашка? ДЗ, прочитать это. Вот вам, пожалуйста, хорошая школа. Сразу прислали... ДЗ, посмотреть мой стрим, тваря. Все, что надо делать. Всю литературу на лето. Что тут у нас? Архангел приносит Деве Марии благо... Я бы, если бы не было закона, блядь, про оскорбление чувств верующих, я бы так хотела Библию по ролям читать. В плане такой интересной чтивой, там столько хуй... Ой, нельзя, там столько вещей интересных, мне так хочется, блядь, а так нельзя, представляете? Это оскорбление, мне бы так хотелось. Вот даже сейчас у жены Захарии была юная родственница Марии. Ее родители дали обет посвятить свою единственную дочь Богу. Поэтому с малых лет Мария жила при храме Божьем в Иерусалиме. Отец и мать ее отдали ее туда на воспитание. Тихая, кроткая, любящая Мария проводила свои дни в молитве, занималась рукоделием и думала только о том, как угодить Господу. Вместе с ней при храме воспитывались и другие девушки. Когда одной из них исполнялось 14 лет, первосвященник объявлял, что девушка должна вернуться домой и выйти замуж. Нихуя себе! Иудеи считали этот возраст совершеннолетним, а 14-летнюю девушку уже готовы к замужеству. Вот так интересно было бы. Увесть, просто читать. Мария бы гостит у Елисаветы. Тут так, две странички я уже прочитала, у нас этого надо не прочитать. Надо и выполнить контрольную. Ну какая школа классная. Они сразу как бы и вопросы показывают из контрольной. К чему готовиться надо? В ЕГЭ бы так делали, господи. Все было бы в разы проще. Очень приятно, видишь, что человек хоть что-то доброе дает людям учить. Каким-то очень диким оказался этот мир спама в лайке. Боюсь, на этом мне пора заканчивать, иначе волнуюсь. Волос у меня совсем не останется. Честно говоря. Все, тетя закончила. Я эту тетю тоже сейчас закончу. Сейчас я попрощаюсь с теми, кто на Ютубе. Те, кто на Ютубе, пока! Дай вам Бог здоровья, приходите на стримы.